Аполлон Аполлоныч Переделкин. Прошу, мой юный друг. Прошу, голубчик. Партию фортепиано в сегодняшнем концерте исполняет наш концертмейстер Виктор Викторович Терпеливый. Ламисы, голубчик. Ламисы. Спасибо. Композитор Бетховен Людвиг Иванович. Послушайте опус под названием «Афинские развалины». Музыка, как я уже сказал, покойного Бетховена в исполнении ныне здравствующего соавтора. Обладая незаурядным композиторским даром, Аполлон Аполлоныч время от времени и сам творит. Так любая всем известная мелодия под его чарующим смычком превращается в нечто неузнаваемое. Послушайте его итоговую сюиту у виолончели, следовательно. Автор у рояля Виктор Терпеливых, у меня дома жена. Это я со стрелу, понимаете?
замечательно. Истинное наслаждение. Спасибо, спасибо.